срочно понадобится спалить. Перепустить. Может, что? Это где? Вот а, это вот. Ну, знаешь, тут. Фига себе, какой-то заводик похож. Это как вот этот, Милзан там. Ну, скорее всего, да. Магазин огроменный. Это база, наверное, такая. Скорее всего. Краеведческий музей. Вон деревья красивые, да, такие высокие. Давай вот тут вот сюда завернем. Еще, видишь, елочки посадили. Строительство ведется. Типа Новокуйбышевска. Может, чуть поменьше. По численности. А потом посмотрю, напишу видео. Мама мода. Для беременных, наверное. Красиво, аккуратно. Ну да. Пусть так обрезали, сформировали. Да, чисто, тут все.
Какие магазины? Бургер Кинг. Тяжкая обувь. Алиса, домой. Подожди, домой. Хорошо. Только приехали в октябрь. Какой домой? Под ваши аплодисменты. Частный сектор нет, с одной стороны. Такие домики тут еще высокие. Перемешиваются. Дома здесь частный сектор. Не, ну красота, красота. Ну, похоже. Спецодежда, спецобувь. Валера, то, что тебе надо. Спецодежда, спецобувь. Может, посмотрим штаны тебе. О, тут вот интересно, мне всегда нравились. В Белебее тоже так несколько таких домов есть. Кого? Лоджии такие круглые. Закругленные. А, это проспект Ленина даже. Видишь, даже проспект. Идет и выходит как раз на трассе. Это как, наверное, проспект Победы в Новокуйбышевске, да? Да-да-да, и он тоже на трассу выходит. Цветы. Все, что хочешь. Не, ну так прям... Я погуляла бы. Ой, еще один. Бизнес-центр. А, ну бизнес-центр-то. Наверное. Какой-то банк. О, тут как красиво тоже, да? Yeah. Устроено. Даже еще дальше музей. Ну, тут как бутики тут даже, да, прикольно, смотри. Прикольно так сделано. Как смотри. В Самаре. Смотри, вон этот карту сними. Смотри, как вокруг все вот это. Ну да. Типа здесь вот центр. Я говорю, похоже, мне напоминает это. А, кстати, в Новокуйбышевске, где вот эта улица 50 лет НПЗ, вот это вот напоминает мне вот там. Да, 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 есть там такие домики и вот эти бутики. Не, ну блин, смотри, а он грязный, что-то еще там. Ну, это уже от людей зависит. А бывает, так, да. В основном чистенько, такие подметено вот все. Нигде не мусор, ничего. И видно, техника ездит, которая это по дороге, ты вот это вот шуршит. Вон, видишь, бордюр вон царапина. На бордюре царапина, заметь. Который убирает вот это. Чистит. Пицца и суши Милана. Такой вот проспект Ленина в Октябрьском. Все, что хочешь, найдете. Детки. Лежим в салон. Самый центр. Ну, вот здесь вообще, я смотрю, как в Самаре прям. Тут дорога. Лавочки, да? Сквер. Такая аллейка. Аллейка, да. Ты вот мы раньше ездили, когда за покупками, мне как-то не интересовало вот это вот все окружающее. Архитектура, деревья, почему-то не разглядывала, я не знаю. Вот, стекло бы, конечно, да, не помешало бы почистить. Лучше бы был вид. Вот здесь вот боковой хоть чистый, надо так вот снимать. Будет красивше.
Да. Школьная форма. Ну, все есть. Большой город. Ну да. Это вот самый такой центр. Что, банк, МТС, Билайн, Мегафон, все рядом. Почта, банк, связной. Инвитро. Читай город, о, книги, смотри. Это вот еще, знаешь, вот как раньше, книги. Вот эта надпись сохранилась. Вернисаж. Белая пекарня. О, тут площадь. Видимо, площадь Ленина, наверное, называется. Большая площадь. Наверное, все мероприятия проводятся. Скорее всего. Центр занятости населения. Стоматология. Арка такая. Красиво, красиво. Тут, наверное, парк, да? Ну да. Загорожен таким забором. Я вот, блин, теперь мне интересно, почему мы сюда просто гулять не приезжали? Да фиг его знает. Не до этого, видать, было. А, вот, вот парк. Присущий. А, это же кожа, больница или что-то. Такое, да, похоже. Вот еще вход. А, не этот, просто этот перекресток. О, там даже самокаты вон стояли. Кататься. Да, сейчас у нас читают, стоят, пожалуйста. На Берсоле, говорят. Ну, тут так. Все, выезд из города, частный сектор. Это конец города. Ой, это вот эта вот ИК. Речка тут. Которую мы там приезжали. Вон она какая, смотри, здесь ее прям видно. А вот, вот конец Октябрьского написано. Вон, и все. Вот. Октябрьский кончился. Начался. Сразу же. Вот это да, тут пешком можно границу перейти. Мы, конечно, до Татарстана выехали. Если бы мы повернули там еще в одном месте, то мы бы выехали туда к этому. К перекрестку за светофор. А здесь, ты помнишь, мы вот это вот выезжаем. Вот, ну, смотри-ка, да, Октябрьский, хоп, на границе с Татарстаном. Да. Все, были в Башкирии, приехали, ну, вот в Татарию.